Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Justice Heal, и сегодня я хочу вам показать программу, которая обходит чекер в случае, если вас проверяют на читы. Итак, ссылочка на скачивание будет в описании, а после того, как вы ее скачали, переходим в нее, советую вам переименовать файл, потому что тогда вас будет очень просто спалить Last Activity. Переименовываем файл, затем заходим и запускаем его от имени администратора. У вас идет такая вот стрелочка, значит он прогружается, то есть запускается. После того, как он запустился, заходим в диспетчер задач. После этого ищем название этого экзешника. Вот он. Он запущен, значит он работает. Закрываем, теперь же переходим в расчекер, запускаем его от имени администратора. И как видим, ребята, чекер не запускается, даже если мы будем просто так вот нажимать. Просто чекер запускаться не будет. То есть программа абсолютно закрывает чекер, то есть не позволяет ей открыться. Поэтому у вас будет сложно проверять на читы. Есть один, конечно, минус. Если вы выключите эту программу, где она у меня? Вот. Завершить процесс, чтобы ее выключить. Если вы ее выключите, то вы сможете спокойно запустить ваш чекер, она у вас будет запускаться. В общем, вот такая вот программа, ребята, вирусов в ней никаких нету, ссылочки в описании, с вами был Justice Heal, всем до скорой встречи.